хочу продемонстрировать мой возврат к тренировкам переднего лица после того, как я восстановил функцию задней нижней зубчатой мышцы. Я вернулся практически на тот уровень, с которого начинал после двух недель тренировок. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то болевые ощущения и неприятность в области левой задней зубчатой мышцы во время тренировки переднего лица. Да, немножко я ощущаю напряжение, но, в принципе, можно тренироваться. Есть легкие ощущения, немножко скованности, но не критично.